Здравствуйте, вас приветствую. Дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. Ну вот и наступил тот самый период весны, когда все процессы пробуждения природы ото сна уже необратимы. Подснежники у нас уже были, теперь настала очередь вербы, которая начала распускаться. Мы мимо такого проехать, конечно же, не могли, остановились, чтобы полюбоваться, ну и, конечно же, поместить эту вербу в кадр сегодняшнего дня. Еще не рухнул, но скоро может. Это мы о бетонном столбе, который расположен напротив дома номер 46 по улице Швецова. У основания опора освещения уже практически полностью разрушена. Куски бетона валяются на газоне. Со всех сторон торчит металлическая арматура. Ну, а находится этот столб аккурат между тротуаром и проезжей частью. Так что, если надумает падать, то пострадать могут не только люди, но и автомобили. В общем, в этой ситуации без вмешательства коммунальщиков в любом случае не обойтись, чтобы хоть как-то предотвратить ЧП. Жители дома номер 94 по улице Ким прекрасно помнят, когда у них во дворе кронировали деревья 27 января. Полтора месяца прошло, а картина все та же. Больше напоминает лесоповал, чем придомовую территорию. Причем спиленные ветки даже не сложили. Где они упали, там и валяются. По всей детской площадке. А ведь на улице становится тепло. Ребятишки выходят все чаще погулять. И что они видят? Новую зону для ролевых игр в дровосеков или лесорубов? Нет, родители против таких игр. Они все же хотят, чтобы те, кто деревья кронировал, вернулись к ним во двор и, наконец, навели порядок. С момента кронирования деревьев на Ким-94 прошло теперь уже 2 месяца. Что имеют местные жители на сегодняшний день? Частично приведенную в порядок придомовую территорию. 2/3 детской площадки вполне годятся для того, чтобы здесь спокойно гуляли ребятишки. Но вот до этого участка руки коммунальщиков почему-то так и не дошли. Как валялись повсюду спиленные ветки, так и лежат по сей день. Странная, конечно, ситуация. Если уж начали убирать, почему не убрали до конца? А может быть, им так сильно двор этот понравился, что они специально все это здесь оставили, чтобы вернуться сюда обязательно еще раз. Еще один знакомый дежурному адрес – Юрша 9. Именно здесь находится лестница, над которой мы уже, можно сказать, взяли шефство. Вот только никак не можем найти таких убедительных слов, чтобы ее уже, наконец, отремонтировали. Хотя в первый раз, когда одна ступенька начала разрушаться, это случилось. Теперь таких ступенек сразу несколько, и дыры с каждым днем становятся все больше и больше. Как мы поняли, недавно здесь появились сигнальные ленты, но сейчас их уже нет. А вот опасность для здоровья тем временем по-прежнему остается. Потому что лестницей пользуются не только взрослые, которые могут как-то себя контролировать, перепрыгнуть, но и дети, для которых каждая из этих дыр запросто может стать ловушкой. На улице стало еще теплее, особенно это ощущается на солнце, но самая высокая температура воздуха в этот день наблюдалась в деревне Болгары – плюс 85 градусов по Цельсию. Да в такую жару у них там можно купальный сезон открывать. Ну а фотографии с нами поделилась Неля Придеина. Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. На этот раз победитель получит в подарок календарь, а также набор для чаепития от телекомпании «Рифей Пермь». Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8-951-952-02-22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи! И до скорой встречи.